Адреналин давно стал вещью, которую можно купить в любом городке. Для каждого желающего получить долю новых впечатлений всегда открыты двери экстрима. А что делать, если не хочется связываться с опасными видами спорта? А на острые ощущения все же тянет. Отправиться далеко-далеко в какое-нибудь жуткое место. Вблизи Нового Орлеана, в штате Луизиана, расположилось местечко, которые местные окрестили болотом призраков. Официально их называют болотом Манчак, но местные верят одной старинной легенде, связанной с магией вуду. Согласно преданиям, много лет назад в этих местах пленили ведьму, которая прокляла это болото. Сейчас здесь стоит лес из устрашающих древних деревьев. Из воды как руки торчат корни. Некоторые в сумерках напоминают огромных змей. При попытке осушить эти болота погибло несколько сотен человек. Параллельно ураганам унесло пару крупных деревень. Эти жуткие места привлекают не только интересующихся оккультизмом, но и многих любителей пощекотать себе нервы. В Филадельфии есть место, где под одной крышей собрано огромное количество патологий, всевозможных старинных медицинских приборов и множество необычных биологических экспонатов. Музей устроен в одном из центров, где обучают врачей. Большая часть экспонатов представляет собой различные кости человеческого тела. Помимо этого выставлено несколько диковинных вещей, например, 12-метровый кишечник человека. Здесь есть экспонаты, которые не стоит показывать слабонервным. Сиамские близнецы, двуголовый младенец и люди с различными аномалиями. Этот особняк покрывает многометровый слой мифов и легенд. Все началось очень давно. Гадалка предсказала Саре Винчестер, наследнице оружейной компании, преследование со стороны призраков, убитых из ее оружия людей. Чтобы избежать всей незавидной участи, требовалось заложить строительство дома, который будет окончательно готов только после смерти Сары. 160 комнат строились около 40 лет, ровно до тех пор, пока жила наследница. Сейчас здесь постоянно слышатся скрипы и шорохи, хлопают двери и появляются блуждающие огни. На Мальте находится один из самых известных музеев пыток в мире. Здесь есть не только известные орудия пыток, такие как испанский сапог и гильотина, но и редкие экземпляры, устройства для сдавливания черепа и специальное приспособление для выдергивания ногтей. Помимо орудия пыток, здесь есть и сами подопытные, правда, выполнены они из воска. Около острова Трук располагалась одна из самых грозных военных баз Японии. В феврале 44-го вооруженные силы США напали на базу. В итоге вся мощь японцев была погребена под водными толщами. Сейчас это место считается культовым среди дайверов. Под водой содействуют огромные военные махины и десятки видов кораллов. Но на подобные погружения отваживаются далеко не все. Часть экипажа базы до сих пор не поднята. Японские солдаты остаются на своих постах. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. А я буду и дальше продолжать тебя радовать новым материалом. Спасибо за просмотр. До новых встреч!